Всем херобоманам пламенный привет. Ходил сейчас за посылочкой. Только прибежала вон наш. Еще ручки красненькие. От мороза. Получила посылочку, только я вам ее не отдам. Потому что она у меня где-то завалена продуктами. Даже не знаю, где она у меня есть. Надо поискать. Но мне все равно нужно найти лимон, имбирь, чтобы чай заварить. Ну, заодно вы посмотрите, что я покупаю в Перекрестке. Кстати, Перекресток меня вообще порадовал сейчас. У них такая замечательная акция. И там и предложение сейчас. Они считают ваше количество шагов. У них свой шагомер. И плюсуют вам это баллы. Короче, вы потом этими баллами можете воспользоваться. Представляете, как здорово. Я такая хожу, в своем Самсунге считаю все. А в Перекрестке уже давным-давно за это баллы дают. Вот, так что можете там тоже присоединиться. Как здорово, да? Не за выкуренные сигареты и не за выпитую водку дают, а за количество пройденных шагов. Это очень важно. А тут у меня вот два вот таких вкусненьких хлеба, ржаной батар. И багет, который, как всегда, сумасшедше пахнет. Надо его спрятать подальше. Невозможно, когда хлеб вкусно пахнет сильно. У меня какая-то новинка для доченьки, миндаль и апельсин в темном шоколаде, литр в пол сделал. Так. Это вот такой мой любимый перец Рамира. Чудный болгарский, только такого сорта. Он немножко другого вкуса. Вот наконец-таки добрались до имбиря. Дальше возьмем кусочек мандарины. Марокканские мандарины. Вот такая вот здоровская штука от дяди Вани. Ассорти помидоры с огурцами. Очень вкусненько иногда хочется. Такой штуки маринованной. Так, закипел чайник. Побором чай заварить. В каком я уже чайничке чай завариваю. Я, кстати, вам здесь напишу потом видео, если кому-то не очень хочется про все это смотреть. Я напишу, с какой минуты начнется видео про Ахерб. Просто я все равно не могу сейчас найти посылку свою. Где-то она мне тут в каком-то пакете затерялась. Поэтому в любом случае надо будет сейчас ее найти. Вы мне так здорово. Когда вы мне в Инстаграме, в Директе пишете, свои чайнички присылайте с чаем, как вы там имбирь режете, лимон, какой чай внутрь кладете, как вы согреваетесь, как я вас научила. Очень мне нравится ваша обратная связь. Я вообще очень довольна своим каналом, ведением своего канала, ведением своего Инстаграма. То, что все это так вместе можно чудесным образом соединить. Вот. Очень хорошо. Так вот я порезала. Порезала имбирь. Порезала лимон. Лимон много не кладу. Иначе чай становится кислой. Я его чаще всего
пью просто так, без лимона. Поэтому мне не нравится очень. Кладу сюда полюбившийся всем белый чай. Отлично он сюда подходит. Белый чай. И заливаю целый чайник. Если я, например, мы не выпили его за вечер, это не беда. Остается небольшое количество чая. С утра я просыпаюсь, просто доливаю туда кипяток и продолжаю дальше его пить все утро. У меня так весь чай, не обязательно только с имбирем. Какой бы я ни заварила, все равно там тулси, просто ромашку с лавандой, просто там липовый чай, вот такой имбирный. Какой бы я ни заварила, если он остается, я всегда завариваю много. Просто на следующий день с утра. Я же не завтракаю. Поэтому все утро я могу пить все, что угодно. Вот в данный момент у меня вот столько оказалось воды в чайнике. Поэтому придется столько-только заварить. Так, лимон я вам показала, имбирь я вам показала, масло вот такое вот вологодское, любимое Капитошкино, высший сорт. Да, такое вот масло у нас, тут матные диски классические, один пакет готов. Это у меня такая ежевика. Ой, фу, ежевика. Голубика отборная. Это я завтра буду делать вот в этих вот формочках кексы кокосовые. Вчера купила такую вкусную, фантастическую кокосовую муку, рисовую. И такое тесто получилось вообще здоровское. Делала пирог такой творожный с яблоками. Сейчас вам его покажу. Вот он. Остался кусочек, видите? Вот, и такое вкусное тесто, что я сразу придумала, что это будет вот именно такой кексик. И он такой будет посыпан кокосом еще сверху. И черничка. И вот эту вот черничку я купила такую отборную, видите, такую крупненькую, чтобы вот в этом... Вот, ну, мне нравится вот это сочетание кокоса, нижней оттенки такой кокосовой. И голубики, чтобы вот эта вот такая ягодка была тонкая, такая деликатная, без яркого вкуса. Вот прям голубик сюда прям в самый раз подойдет. Так, это такие вот малыши корнишоны, огурцы. О! Посылочка! Добрались до посылочки. Две пачки творога 12%, это для кексов. Вот такие вот милые малыши, розовые томаты, такие вот красненькие. И сливки Пармалат 35%. Вот. Это для кофе и вообще для жизни. Всегда покупаю такие сливки. Ну, не обязательно такие. Самое главное, чтобы было не меньше 33. Вот этот раз у меня даже 35%. От Пармалат достались. Ну и чудненько. Чай заваривается, а мы с вами... По-быренькому сейчас раскроем посылку. Да, это у нас не займет. У нас с вами займет не так много времени. Просто посылки я сейчас из-за того, что заказывать можно прямо на $20, тебе ее бесплатно привезут. Я прям вообще не стесняюсь. Прям в неделю по 2 раза заказываю. Причем вот эта посылка должна была прийти, приблизительная дата прибытия 18 число. Сегодня что? 9, 10, 11, 12. Сегодня 12. На 6 дней раньше пришла.
должна была идти 2 недели, на 6 дней раньше, 8 дней шла. И предыдущая тоже пришла раньше. Она вообще должна была 13-го прийти числа вчера, а я ее когда получила? Это означает, что все там наладилось, просто какой-то сбой был, и посылки долго шли, прям 2 недели. А сейчас все наладилось. И вот уже вторая посылка приходит ко мне за неделю примерно. И это хорошо. А то прям я очень что-то стала переживать. Тут у меня всего лишь 3 элемента. Причем одного элемента сразу 4 единицы. Это моя полюбившаяся цветочная вода, намагниченная. Вот этой фирмы я только в прошлой посылке получила 4 штуки. И в этой посылке я тоже получила 4 штуки. Мне эта вода очень нравится. Я ее полюбила всей душой и сердцем. Вот. И когда я заказала вот эту одну бутылочку, получалось так, что в остатке на складе было 9 штук. И я подумала, что я сейчас, как всегда, вам о ней расскажу. Вы ее быстро раскупите, и я останусь ни с чем. У меня так каждый раз. Вот, поэтому я решила сначала по-быстрому все скупить, а потом уже вам рассказать, что она замечательная. Но вам повезло, потому что она сейчас снова на складе появилась. Да. И вы можете быть тоже счастливы. Отличная вода. Кстати, по поводу плюмерии. Плюмерия Лизе понравилась, но мне не нравится у нее распылитель. Сейчас я вам покажу. Вот, например, как бы распылитель, это очень важно. Вот здесь распылитель, он такой, ну, вот прям, ну, точечный он такой, да, вот куда ты направляешь, туда он и брызгает. И мне нравится, это так ты вот, ну, можешь корректировать вот это все, да. Вот здесь, например, вот в этом валафии, да, вот в этом тонике, брызгающем кокосы ним, который вот у меня заканчивается, у него такой распылитель, он вот так брызгает. Но это тоже ничего, ты так раз как-то сверху начинаешь, вот так вниз, как бы это тоже ничего. А вот здесь вот в плюмерии, вот в этой, да, отличный такой тонкий свежий аромат, да, вот. Я, честно, не понимаю, почему там, откуда вот эти вот супер негативные отзывы по поводу запаха, мне непонятно вообще. Отличный, тонкий, свежий аромат. Но мне не нравится здесь разбрызгиватель, потому что он брызгает вот так вот. Почему он брызгает вот так, непонятно. Но это не страшно. Скорее всего, вот этот просто вот тоник закончится на днях, и, возможно, это сюда перельется. Вот. Ну, я не знаю, это у всех вот у них, у плюмерии, вот такой распылитель. Или такой просто достался. Ну, как-то вот получилось так. Так что еще 4 единицы жимолости у меня есть. Все, теперь мне точно надолго хватит. Теперь я долго еще не буду претендовать на эту воду. Так, это тоже для дочурки. Это вот такие от Косарекс пластыри от всяких вот высыпаний, от прыщей. Здесь их 24 штуки. Ребеночек у меня подросток, а у них всякое бывает. Вы знаете, они с этим постоянно борются с высыпаниями. А здесь какие-то такие штуки. Ну, как все рассказывают блогеры, что если что-то у вас там есть, да, на лице, какое-то высыпание, вы этот пластырь приклеиваете, и все, и на следующий день ничего. На этом пластыре нет. Вроде читаешь, да, так 24 штуки, и думаешь, прям 24 штуки, а смотришь, потом там такой квадратик, думаешь, а где еще квадратик? Начинаешь читать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 24. И как-то думаешь, ну, наверное, блин, наверное, тоже много штук таких нужно, потому что, ну, как-то это вот, что-то очень мало как-то. Ладно. Ну, ладно, потом расскажу, что это было. Все.
удивляюсь, какие все-таки корейцы молодцы. Вот, да, вот чего они только вот не придумывают, а? Молодцы какие. И типа тут даже можно и заклеить, чтобы не видно было. Вот. И воздух не проходит. И еще убирает изнутри. Молодцы прям. Работают же люди, а? Все придумывают. Так. И вот такая вот штука, вот последняя. Это такая черная паста. Это тоже мне дочь попросила купить. У нас от этой фирмы есть зубная паста. Отличная. Сейчас вам ее покажу. Вообще у меня Сахёрб все пасты отличные. Вот. Извиняюсь. Заканчивается с чайным деревом. Скоро пойдет. Пустые баночки. Отличная паста с чайным деревом. Моя любимая с маслом аниса. Анисовая зубная паста. Вот этой же фирмы. Zion Health. Вот такая вот у нас есть. Вот с глиной такая, она коричневая. Коричневая, да. Еще. Все пасты, вот все пасты, которые я на Хёрбе брала, они все классные. Все, вот ты прям чистишь зубы, и ты их чистишь, 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 и балдеешь, 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 балдеешь. Это может продолжаться минуту, 3-5, вот пока прям не устанешь. Можно, в принципе, не устать. Нет никакого ни жжения, ни раздражения. Вообще, все неприятности остались в той жизни. Вот. Здесь два вида глины. Ксилит добавлен. Это очень важно, чтобы ничего потом не прилипало. Экстракт зеленого чая. И вот это вот мантра малиновая глина. И еще какая-то, еще какая-то калиновая глина. Здесь два сорта глины. Мята. Вот. И уголь активированный. Такая смесь. Смесь очень интересная. Вернешься. Чего не сделаешь ради доченьки? Все что угодно. О, прям черная. Угу. Такая пахнет мятой. Я видела, кстати, у Лены Климовой, по-моему. Она как раз покупает. Я, кстати, у нее же увидела вот эту вот пасту, да. Привет тебе. Мне понравилась паста, которую ты сказала, что хорошая. Да. Вот, и вот сейчас вот черную такую купили. Вот. Пусто. Как капуста. Особо не разбежишься там на эту сумму. Вот, поэтому как-то все. Чай уже, видите, какого цвета стал классного. Вот, так что все. Паста у меня, цветочная вода и пластыри. Заходите ко мне в моем же канале на вкусняшки от Наташки. Будем смотреть кокосовые кексики. Завтра, может быть, или послезавтра сниму и обязательно выложу. Все. Всех целую. Спасибо, что были со мной. Надо не забыть магний выпить. Вспомнила, пока вспомнила. Пришла с вами, заболталась. И магний не выпила. А время уже 10 часов ночи. Теперь точно пока.